Юрій Рашкін, депутат округу Рок, штат Вісконсін, ведучий ютуб-каналу «Рашкін Репорт». Зараз нас доєднується. Пане Юрію, ви вже з нами. Доброго вечора. Доброго вечора, доброе утро. Спасибо за приглашение и слава Украине. Героям слава. Справді, у вас же зараз ранок. Пане Юрію, важко, важко йшло це голосування, і тим не менш, ну, хай буде історичний момент, визначний для нашої держави, так точно. Чому переконали пана Джонсона в необхідності голосування? Як ви бачите цю ситуацію? Що у вас говорять? Есть несколько причин. Одна из них то, что ему дали результаты разведки, данные разведки, и он понял, что ситуация критическая, что задерживать больше нельзя, и он понял, что будут сравнивать не с Чемберленом в будущем, а с Майком Джонсоном, и ему эта перспектива, я думаю, очень не понравилась. А с другой стороны, у него лично, его сын идет в военную академию и собирается быть военным. И это очень интересный такой проблеск реализма у республиканцев-трампистов, которые так знамениты тем, что они отрицают реальность, начиная с того, что говорят, что Трамп выиграл прошлые выборы. Они-то говорят, что нам не нужны союзники, нам не нужно НАТО, мы не будем никого защищать, давайте выберем Трампа и отдохнем. А вместо этого демократы говорят, слушайте, если мы не поможем Украине, то нам самим придется туда ехать и воевать, и это приведет к большому конфликту, в котором американские бойцы, наши мальчики, будут воевать. И спикер Джонсон может быть самым заядлым трампистом, но когда ему сказали, а ваш сын, он подумал, задумался и понял, что нужно идти в другую сторону, что даже если он потеряет свое спикерство, то это все равно того стоит. И пока что выглядит, как будто он удерживает свое спикерство, потому что мы видим по результатам голосования, демократы сказали, если он поставит на голосование помощь Украине, они поддержат его и не дадут его снять, ну, в тот момент. Кто знает, что будет через месяц или два, какие будут баталии в тот момент. Но на данный момент сейчас у спикера прочная поддержка из демократов и большого количества республиканцев. Тот факт, что это может оказаться такой исторический, неожиданный спикер, который держится на поддержке оппозиции, говорит о том невероятном историческом моменте, в котором мы находимся, когда у нас не республиканская партия и демократическая партия, а у нас как бы трамписты, мага-трамписты, и все против них, и у нас в результате коалиционное правительство. Пане Юрій, да. Наскільки це нетипово для Америки, щоб демократи співпрацювали з республіканцями? Это очень, ну, это редко. Такое двухпартийное, ситуативное большинство. Ну, я читал, что это в другий раз за 60 років. Ну, я не могу представить. То есть, ну как, им приходится, это то, что делал Маккарти, но никогда не происходило такого, когда он просто уже абсолютно держит, это абсолютно держится на голосах демократов, поддержка нашему, поддержка союзникам. Это внешняя политика, где, в принципе, республиканцы и демократы должны идти вместе, потому что это внешняя политика. Но вот такой раздрайв, когда мы видим, что демократы вместе, а республиканцы пополам, одни за Украину, другие не за Украину, и Украина стала темой нашей национальной безопасности. Как говорит Марджери Тейлор Грин, если вы голосуете за Украину, то езжайте в окопы Украины. Я правда говорю, что если вы голосуете за, проголосовали за Путина, так езжайте в путинские окопы, там вы, ну, чтобы получили понимание. Но это риторика. А на данный момент республиканцы разбились пополам. Это очень странно, это самое странное, что они так... Вот эта партия, что от нее остается? Поэтому на выборах это очень плохой посыл для избирателей. Но это дает надежду для страны, потому что если есть спикер, у которого вдруг оказался хребет, будем надеяться, что он будет держаться за этот хребет какое-то время и будет принимать решения, которые важны для страны, а не просто для Дональда Трампа, который является владельцем технически, ну, де-факто республиканской партии. Тобто виходить, що ця практичність змусила пана Джонсона піти ну, на крок, в якому немає єдності в самої партії. Тобто там не погоджена ця ситуація, бо проголосувало по факту ж республіканців менше, ніж ті, хто висловилися проти.
Да, у него очень странные, я бы сказал, очень неуверенные ситуации. Он идет в будущее. Я просто, знаете, вспоминаю «Индиана Джонс», третий фильм, когда он думает, что он идет по воздуху, а там оказывается стеклянный мост, которого он не видел. Выяснилось, что демократы, которые ожидалось, проголосуют ну, стандартно, как против Кевина Маккарти, против предшественника Джонсона. Вся оппозиция против, и еще несколько голосов своих, и сняли. А тут выясняется, что вся оппозиция согласна голосовать за него, потому что он предложил законопроект, который важен для страны. Сколько это может продолжаться? При этом, если он поменяет свою... Он не может стать демократом, он республиканец, он консервативный республиканец. Он просто не против Америки, и все. И сколько это продержится, в каких законопроектах это будет заметно, ну, просто видно, что республиканское путинское крыло взяло настолько активно антиамериканскую позицию, что даже спикер и республиканец должен работать с демократами, чтобы Америка продолжала побеждать. У нас так мало часу, і скільки ще лишається запитань про Росію. Там максимально агресивно це все сприйняли. Пропаганда полилася ну, фантастичним просто Ніагарським водоспадом. Значить, панікують, пусть нервничають. Так, а виходить, що їхні оці ботаферми, там настрої, лобісти, купа грошей не спрацювали? Понимаете? Видимо, нет. Видимо, провал путинского крыла, потому что Марджери Тейлор Грин делала все, что могла. Если бы она могла сейчас снести Майка Джонсона, она бы его снесла. Но у нее нет поддержки, потому что Майк Джонсон удержится сейчас на демократах. И все эти... Путинское крыло думало, что им еще дольше удастся затянуть. Я думал, им удастся затянуть дольше. Мы оба были неправы. Но для меня это хорошо, а для Путина и для путинского крыла это ужасно. Потому что теперь, значит, Сенат проголосует в течение ну, часов, дней, и президент это моментально подпишет. И помощь будет уже в пути, возможно, сейчас. Это как бы детали военного времени, но у нас все по закону. И нужно было, чтобы палата проголосовала, они проголосовали. Они дали президенту все, что он хотел. Как спросили президента, почему вы считаете, они проголосуют за это в октябре или в ноябре, еще про Кевина Маккарти. Он сказал, у них нет выбора. И у них не было выбора. Им пришлось 6 месяцев они это тянули, путинское крыло, и в конце они проиграли. Пане Юрію, ну, але справді важко це все йшлося, це голосування, винесення його, позиція республіканців. Невже це і справді? Бо є такі думки, і досить професійних аналітиків, є й політики говорять, що можливо, і скоріше за все, Україна це отримує останній раз допомогу від Сполучених Штатів Америки. Як ви бачите цей процес? Можливо, ще таке повторення з такими перипетіями, як оце зараз? Не думаю, потому что следующий проект уже будет при демократах, а это будет значительно проще. Тогда, ну, это будет совсем другая реальность. Потому что сейчас те деньги, которые выделены, я подозреваю, их должно хватить до выборов. Я сомневаюсь, что... То есть, возможно, будет следующий законопроект представлен, и посмотрим. Но главное, что у нас есть выборы. У нас не диктатура, где мы все, знаете, ждем черного лебедя. А у нас правила выборов. А на выборах демократы должны получить опять большинство в Палате представителей. И процесс вернется в нормальное русло. Потому что для меня важное, самое главное, знаете, не то, чтобы было следующее чудо-оружие. А чтобы были регулярные поставки американской помощи. Каждые 2 недели выходил за советник по национальной безопасности и говорил, мы передаем еще что-то. Вот что нужно Украине, потому что мы видим, насколько нужно постоянство даже на войне. Навіть якщо буде інший президент. Ну, я думаю, что если у нас будет 4 года Байдена, что я ожидаю при политике Трампа, я думаю, что у нас будет Байден еще 4 года, в то время как Трамп сидит в суде и замораживается, отмороженный Трамп. В это время Байден решает проблемы мира, Израиля, Украины, границы. Ведет, да, Тайвань, ведет себя как президент. Американцы это видят. Будемо спостерігати, пане Юрію, разом з вами за цими процесами. Це все насправді дуже важливо. І ну, це може щось покращити, справді, бо ситуація у нас тут важка. Юрій Рашкін, депутат округу РОК, штат Вісконсин, ведучий ютуб-каналу «Рашкін Репорт», доєднався до нашого ефіру.